Все, девчонки, садимся кушать. Сегодня я приготовила вот такой вот жаркой басмачок. Паби, обязательно к жаркой. Очень вкусно идет прям с паби. И солености мои. Вот такая красота. Такое жаркое шикарное я приготовила. Сейчас так его, опа, размешаю. Так. Красота, вообще бомба. И рис еще приготовила к жарку. Рис тоже тут. Сейчас докажу вам. Ух, какое жарко вкусненькое. Где, блин, это? О, вилочка. Вообще мощно. Мощно, мощно. Мощно, сочно. Сейчас покажу. Такое жаркое получилось. С уткой в этот раз. Ну так, знаете, жаркое басмачок, можно сказать. Вообще красота. Кушать вот такое жаркое приготовила. Вот такое паби приготовила. Сейчас будем раскладывать, делиться. Про огурчики я вообще молчу, потому что они такие вкусные, что про них ничего говорить даже, ну, нужно промолчать. Сейчас я положу себе. Эльмира тут сидит, уже ждет прям на старте. Ее уже все трясет, колбасит. Она прям уже сидит такая. Быстрее, быстрее. Хотя, знаешь, Элька, я прям с этой тары буду есть. А, это тебе? Тебе положу, я знаю, ты ножку, да, любишь? Тебе ножку положу, самую вкусную часть. На капусту. И водичку, конечно. И водичку, конечно, положу. Ой. Хоть потом. А это я сама поем. Старый прям. А чё мелочиться? Острые. Огурчики остренькие. Как тебе огурец? Не почувствовала, какой он острый? Ага. Почувствовала каждым кончиком языка. Мака острую партию вытащили. Там больше добавлю. Если бы я увидела, что острое, я бы взяла трешку все-таки. А! Для Амира. О, как вкусно. Вот прям острый перец.